спрашивают. Я просто врать не буду. Я когда-то был эрылом Альянса. И вы его очень прекрасно знаете. Не знаю, не тот, кто на Альянсе не играет, всем плохо. Ну, я даже не знаю, как правильно сказать. Ладно, короче, просто можно с одним из РЛов пообщаться. Ну, общайся, вот и РЛ. Чё, говори. Это мой лог вчера накосячил. Я вчера, ну, не знаю, может... спецом сделал, потому что мне ваш один друг прям специально это тоже сделал. Он пульнул и свалил. И это был, Ршама с ГСом в 6.5. А как ник у него? А он в ваших... Подождите. У него есть там еще ДК у вас и... Ну, у него бисовые все эти типчики, он такой это неприличный человек. Сейчас даже прям ники могу его сказать. Сейчас прям одну секундочку. А зачем ты слайк магов берешь, если БДК нет? Ты БДК. Я не БДК. Ну, спекайся, значит. Нет, у меня аудрю. Ну, так делай, значит. Нет, не буду делать. Может, трэш бьет? Или как? Я на подлете. Да нахуй вы их отбрасываете, бля. Потому что они на шамане. Ну ты же тоже такой долбоебизм делал вывод из одного дауна, блядь, делал вывод из всех людей. Не, так он что-то там сказал же, что это... Не, это... Слава, а мы пойдем сегодня за утешение? А утешение, кстати, по ГП дается или так просто? Здорово. По ГП. Если ты с Герой имеешь в виду. Да, с Герой. ДК, вы все... Короче, нет твини, кроме власти, по ГП. Пиздец. Привет. Это я в угры сейчас мотаюсь по-быстренькому. Чарку купить. Сумонять потом. Ладно? Слава, без меня побейте, пожалуйста, 3 минуты тоже отойду. На, помочь забыли. Сейчас я 3 минуты, короче.
Блин, выпрыгнуть не могу. Ладно, Италия полтора рампа так кончит. Чарок, не суки так пока. Весь пик там не танка. Пока что. Надо будет заняться. А что, он нормально вот танчит цель одну, если на пул там все дела? Кто? Акапар. Ну, Ботиква. Или ты не танчил? У вас насчет варов выйду, спрашиваю. Ну, у меня есть протовар 6.5. Почти фуловат там, тапки остались тут. Ну как бы я не танчил. Чти. Спасите. Погоди, стой. Ну, не страшно, да, мне лететь. Привет всем. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. О, халявные пирожки. Сманите, пожалуйста, Лоридана. Кого еще бьем? Лоридан. Трэш бьем пока. Ага, хорошо. Не, я не вижу. Сумони там подтверждали. Давай, Лок. Все, только Лоридан, больше никто. Кликни. Так, что там, может, бафу дадите, не? Каски раздам, а вы там... Лонрик, ты в РК, не?
кидай кулаки всем, а наклей кресты. Славик каски. Приз, дай бал. Не кидайте стол. Там короля спрашивал, фул или не фул. Кидайте стол, вот. Под ДК кулак, да, и ломри. Ну ёбаный в рот, где на пулы нахуй? Падайте. Блять, 500 хантов в рейде нахуй. Напулить не могу. По-моему, один хант. Бэнс. Я так выразился, все равно. Хан, ты в РК? Почему ты напуливаешь на ДК? Мрить. А ты, блядь, посмотреть не можешь, мейн нет. Что я в ДД спеке, в ДД шмоде. Просто убил ДК. Вон там хант в гильдии просился. Дикралина. Кралька, ты урка? Он наш пишет. Надеюсь, ты умеешь исступление снимать с босса. И напуливать. Дайте мамонта, пожалуйста. Тох из них проехал. Касса мой салаг варан. Кликните. Можно прибежать было. Вот, а чё ты всегда в цирка лежишь? Это хороший вопрос. Вот я тоже знаю, но как бы задумался. Каску варан дайте, пожалуйста, и кулак. Кулака нету, что не видишь, ломрик что ли в этом дворане? Ой, это, я же тебе писал, я на 3 минуты отойду помочь бабочке, кинь назад пакет. Отсутствует, убери. Сейчас уберу. Я не знаю, что она там. Вон два протопала, вот инчите на изи. А на крест пятниц. Ой. Актул голы. Ну, если что, я танчу, но не тьму. Тьму не умею. У тебя протопал есть, да? Да. Ну
нужно подойти ближе. Ускоряемся. Каску. Что, у меня больше не спамит аддон личное сообщение? Ну нет, пока что. Слава богу, блядь, заебался его выбирать. Супер читерский аддон поставил там, да? Так ты угадай, дай по себе каску. Забыл, что вы танчит. Что я не так делаю? Вот этот шаман, который наркохилер, у тебя хил есть? Есть у него хил. Цирк приехал. Thank you.
страдание. Ты двоих держишь? Нет, не знаю, наверное. А как вы вот дотки кидаете? Типа... перед откидыванием, чтобы она долетела? Да блин, нафиг вообще этот чувак ходит везде. В мире хватает героев и... Эти копии убило. Два. Чё, не запас пекает в танках или чё? Виталий Куна там, блядь. Кого-нибудь ещё? Да, 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 нахуя, ещё, этого босса всегда в одного танка убивали. Вы чё, блядь, курились, что ли? Чё, у нас же ДК второй есть, ты чё третий купил, не забрал? Ну, ДК, блядь, ты чё, этого босса всегда в одного танка били. Нормально, всё, заебись. Блин, давайте нормально уже. Ты чё, блин, не кидай, ты мог нормально сначала сказать, всё, не всё. Да я хуй знает, нахуй. Вы пришли сюда, думаете, блядь, я вам всё тащить буду. Слава, ну ты говорю, посмотри, вот как шаман хилит. Да нахуй мне этот шаман, блядь. Дело в том, что Стрекайте один танк. Танков, или вы что думаете, пришли смотреть сюда, что ли? Как я, блядь, танчу один? А кто хилить будет, кто танчит, говорит. Да я ебу, блядь. У кого танк есть, пекайтесь. Я бы сам спекнулся, но не готов у меня еще, я сегодня займусь видеть. Да блять, заебали. Хотел подамажить, попробовать отдыкой. Хуй. Хуй там Красиво. Пробовать, блять, одна кнопка. Одна кнопка, блять. Спекнись, Копар, пожалуйста. Да я спекну. Давайте бафу, чё? Каску варом, кулак, пожалуйста. Серёга, спекнись в хила обратно. Будет у тебя фласка великовская. Танки плюс вред. Твоя третья копия, моя вторая, копар на боссе. Начинай. Цирк приехал. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Спасибо. Без вас я бы долго не продержался. Стеночки в комнату. Я слева. Протопал второй справа, который на боссе. Виталя, с пола кинуть тебе. Но я не сдохну, ты удержишь. Блять, я синху держу. Сейчас я погнем к розовым. Да лучше на хале. Явились из ниоткуда. Ставь на хале. Антифир на АДК, да? А сейчас и 6 хилов. Вы что, смеетесь, что ли? Я не знаю. Давайте в 10 хилов пойдем, блять, в 10 танков. Я первый антифир кидаю. Ну любит ты иди кратенько. Виталя, не прожимайся с пола, не прожимайся, тебе кину. Хорошо. Я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного. Слуги! Обратите герой! Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно не зыбко отдал, выбивайте. Пошли на ту сторону. Потопал в реплике, Топарова теперь свет. Хулипал через свет, к нему выйдет фокус. Два ардру, Ршам во тьме. Другие договорились, диспель диспелит. ДС диспелит свет. Ставлю лут. Не надо, я один справлюсь. ДС выйдет к тебе. Значит, первая, вторая пати выходит свет. Третья, четвертая остаются во тьме. По хилам сказал, 3 во тьме, 2 в свету. Чек на пол. На хп кричи, потом Виталий не забывай. Аж. Кто упадет, минус 100 к роллу. Еще раз. Когда ДК к боссу бежит, никто не шевелитесь. ДК начинает. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Избежали. Кидать. Виталя. Краш. Кинул. Крик на хп. Прыгайте через огонь.
53% будет, дадите рост перед выходом. Чё проценты? 51. Давайте рост. Чё там скрипит? Ты неправильно танчишь. Как? Между деревьями. Ты в дереве в одном. Возьми стопаните. Мас, стоп, не бейте. Будет 50, начнете бить. Бить, не бить, не показывает что-то у меня. Все, бейте, тьма. Ну что, кто-то разлил под собой. Да на мне кинулся, метку только стал носить. Метку я просто сбрил. Лезли прям. Падайте. Метка чё только скинулась, и сразу ее продиспелили. Я даже отойти не успел. Кто продиспелил? Фога диспелит в отмену, он ее не диспелил. Кто ее продиспелил, я не могу сказать. Так посмотрите в рекаунте. Я диспелила метку. Мне показывало, как будто она 3 секунды на нем уже висела. А не как только она кинулась на него, это я диспелила. Она кинулась, я стала подходить, и меня сразу же продиспелили прямо. Ладно, не хлудите. Короче, давайте на будущее. Если на кого-то метки кидается, и человек затупил и не выносит ее, просто ее не диспелить, он от нее умрет, и все. Ну, лучше пускай он в рейде умрет один, и лужа не разольется, чем ее задиспелить в рейде и разольется в лужу. На пул хуёвые, танки хуёвые, так что в свету смотрите за своим агро. Скачайте аддон Омен. Как делать, чтобы ДБМ хотя бы еще орал? У меня раньше он орал тогда, то есть что-то возле либо кидается, либо на лечение. Возле карты есть квадратики такие, баф. Вот снизу есть еще дебаф, такие квадратики вешаются. Вот ты туда смотри почаще, не надо ему такой дебаф. Ну. Давайте настроимся уже. Чекай давай. А кто уголы дай? Сейчас. Каску по шаманам. Ой, блять, по паладинам. Запускай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Скажешь, как кинуть? Талик. Да.
посмеете. Кидаю. Кидай. Не знаю, про что ты здесь танчится все. Всегда здесь начну. Ну ладно, пошли. А как в Кире, так и в обычке. Все три будут, скажете. Пятьдесят три. Как это теперь? Дыхание. Ходите. Или что там? Вышли из всех пока, нет? Бля, да кто там диспелит метку, бля? Да пиздец, я его перепутал. Ты сам себя диспелишь, что ли? Я кнопки перепутал. Не надо так путать больше. Свет не надо диспелить, я сам тебя диспелил. Ходите, сука. Че там пиздец? Антоха, кидай истерию. Кидай истерию. Еще раз поворачиваемся. Так, ой, бля, да как так? Покури там. Да я прошел, нормально. Просто не будет. Первая пати с виду притормозите. А нахуй вам просто еще, блядь, так убивать. Будет 50, будете добивать. Все, добивайте. Нет, привыдите. Что меня так откинуло так далеко вперед? Просто... Что-то вот сука, это говёный панат раскидывал. Ни одной чешки. Бля, на ДЦ-шку классная кольца. Вчера, по-моему, упала чешка. Вчера РДД-чешка упала в геры. А вторая раска будет? Заходите на ЦЛК. ЦЛК будет сейчас. Сейчас я на ИП-то зайду. Кольцо не надо никому. На успех хилый рольте. Так, целка ХМ или оп? Обычка. Хенты, по-моему, эти наручи не носят. Нет. Ну и позаходим. Я сейчас зайду. Вот
Хотя нет, не зайду. А если ЕП было на другом персонажа, но он удаленный, его как-то можно вернуть? Установить там? Да? Кто еще на ИП? Я захожу. Кто-то забыл Плюсану. Ливнуть своим персом или нет? Я ливнул. Я ливнул. А кто забыл ливнуть? Сейчас я посмотрю. Нет, я ливнул. Блуд это погоди, это кто? Ути-пути? Да. А почему шаман наливает? Когда вы заходите на другого персонажа, чтобы я на 2 не начислял, надо ливать тем персонажем, на которого вы не получаете. Кеки. Не знаю, кому отдать. Спроси в рейде. Че, Слава, сейчас еще один рейд или ЦЛК пойдем? Не знаю. Пойдем в ЦЛК. Давайте ЦЛК. Давайте еще одну резку поджимусь. А нафиг она. Сейчас опять буду собирать 1.5 часа нахуй. Все зашли на ИП. Да Хан, доставь себе пинцет, господи, я не писи продать.